Окей, ну что, о, все, по, а, ом, о, хоули, хоп, отлично. И теперь, может быть, блин. Итак, что ж, господа, надеюсь, вы готовы, потому что сегодня мы будем играть в очень необычную карту от подписчика с модом Up and Down and All Around. Очень длинное название мода, но если вы помните, я делал на него обзор, это мод, который изменяет гравитацию. Серьезно, да? Молния, дождь, вот именно когда я должен записывать интро. Короче, друзья, сегодня мы будем играть в различные испытания на этой карте с гравитацией, которая будет изменяться. То есть мы в какой-то момент будем стоять вверх ногами на потолке и так далее. Короче, обещает быть эта карта довольно-таки крутой. Поэтому я надеюсь, вам понравится этот видос. Вы поддержите вашим лукасом вверх. Давайте наберем, знаете, сколько? 14 лукасов. В честь того, что подписчику Егору 14 лет. И, ребят, конечно же, перед началом рандомный комментос залетает от рандомного человека, у которого ник простой парень. Спасибо за комментарий. Он пишет, идут года, но я все еще жду видео, где превью будет совпадать с темой самого видеоролика. Ребят, не дождетесь. Но хотя, мне кажется, именно на этом видео будет совпадать, потому что у меня есть уже идея для превьюшки. Поэтому, хорошо, давайте посмотрим. Давайте приступать к режиму игры приключения. Мы, наверное, сразу же зайдем. Game мод Adventure Boom. Те, кто не видел обзор на мод, советую посмотреть, да, друзья, я делал обзор на этот мод, не знаю когда, давно, наверное, года два назад, наверное, около того. Давайте посмотрим. Привет, Кейн, это моя первая карта, спасибо тебе большое, Егор, мне 14 лет, меня зовут Егор, ты делал обзор на этот мод год назад. Если эта карта была мне прислана около года назад, значит, вот ровно 2 года получилось. Окей, ребят, очередь длинная. Сори, ну ладно. В карте будут лабиринт, 2 уровня паркура и дроппер. Кстати, вот здесь очень странно написано, что тут будет 3 уровня, но в письме автор мне написал то, что здесь будут вот эти вот уровни с необычной гравитацией. И потом четвертое было написано обычное выживание. Просто обычное выживание, как будто бы он это специально сделал. То есть карта вся такая очень необычная. Здесь у нас и гравитация и так далее. Но обязательно нужно добавить выживание. Здесь этого не написано. Я не знаю, будет оно или нет. Но ладно, чанки минимум. Если все прочитал, открой железные двери и зайди внутрь. Я вижу там какие-то странные блоки. Я уже не знаю, не помню, что они делают. Я делал обзор на эти именно блоки, я не помню. Поэтому чанки минимум, минимум прям вот так. Или, ну, давайте хотя бы 5 поставим, наверное, я не знаю. Окей, ну что, о, все, о, хоули шит, что происходит, это что сейчас забыло? Это только начало этой карты, господа. Выглядит и звучит, и предвещает эта карта быть довольно-таки интересная. Что ж, давайте посмотрим, куда мы направляемся. Ребят, вы слышите? Слышите звук за окном? Вы это слышите? Что-то там запиливают, друзья. Я извиняюсь, если за окном будет что-то шуметь. Вот, надеюсь, вам не так сильно слышно. Это лабиринт, но в некоторых местах меняется гравитация. Найс, звучит круто. Но что, друзья, я уже давным-давно не использую свою тактику, где мы ходим только по одной стороне. Поэтому я пойду рандомно, друзья. Я предполагаю, что нам нужно куда-то в ту сторону этого лабиринта. И вообще, смотрите, солнце двигается, значит, мы, в принципе, можем сделать следующее. Я думаю, никто не будет против, чтобы, ну, хоть что-то видеть. А вот это вот, вот это... Вот. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Одну секунду, погодите. А чё это у меня как бы мир не хочет погружаться? Так и задумано. Нет, я не думаю, что так задумано. Одну секунду. Может быть, я могу это пофиксить следующим образом? Ладно, никто ничего не видел. Я видел какой-то редстоун блок, друзья, где-то. Но я немножко подсмотрел. Ну, ребят, ну а как еще быть, если так получилось? Но я не помню, где он был, и не знаю, зачем он там вообще есть. Не думаю, что это прям выход, но окей. В каком-то месте было написано, будет меняться агравитос. Давайте посмотрим, произойдет ли это или нет. Я не знаю, куда я иду. В принципе, вот она, стена конечная, противоположная. Если мы начали там, у той стены... А, черт, окей, в какую сторону мы шли? Я запутался, ой, оу, шит. Так, погодите, я не могу понять, куда я иду. Я не могу понять. Вроде бы вот сюда я шел. Опять, да что? О, я опять подсмотрел, друзья. Я извиняюсь, но что происходит? Может быть, чанки 6 поставить? Я видел что-то там. Я что-то там видел, но наверняка это просто опять же будет у нас меняться гравитация. У меня такой проблемы никогда не было на картах подписчиков. Почему не прогружаются чанки? Вот куда я шел? Я не понимаю, куда я шел. Окей. Я явно не сюда шел. Погодите, я что-то вижу. Это самое начало, да? Мы пришли в самое начало, да? Да, господа. Отлично. Окей.
Где-то вот в этой стороне, вот в том углу лабиринта что-то происходит. Но мне нужно понять, куда я иду. Потому что иногда, когда я переворачиваюсь, я теряю ориентацию. Я не понимаю, в какую сторону я иду. Явно не сюда. Погодите, где же была та самая штука, которую мы... Окей. Окей, явно не сюда. Возможно, эта штука находится под, так сказать, этим блоком. И то, что происходит, это просто то, что мы... Я не понимаю. Я не... Помогите кто-нибудь! Погодите. Это я снова в начале или это друг... Одну секунду. Мне кажется... Это лабиринт. Чёрт, мы здесь были. Или погодите. Стоп, одну секунду. Я точно отсюда пришел? Блин, ребят, я полностью запутался. Я вообще не понимаю. Эта гравитация меня сейчас ведет с ума, потому что когда я переворачиваюсь, у меня все в голове переворачивается, и я иду в обратном направлении. Я не понимаю, куда мы идем. Я не понимаю, куда идти. Перестаньте. О май гад, наконец-то я вообще не понял, куда я пришел. Где я нахожусь? Я не знаю, как я... Я тупо рандомом шел, я не... Ребят, эти перевороты у меня перегружают просто мозг, я так не могу. Но это было супер круто. Первый уровень паркура. Паркур, спаунпоинт пропиши, ставь их там, где я написал. Весь паркур пройти можно, я все проверил по несколько раз. Мы знаем, что нам обычно такие таблички пишут, когда будет что-то очень сложно. Подсказка, если сложно пройти паркур, с шалкером прыгни и открой шалкер, пока экран не перевернется. У меня опять текст не влезает. Ну ладно. Спампоинт, я думаю, можно прописать. Я думаю, никто не будет против. То есть, я не знаю, нужно, можно. Окей. А, спампоинт пропиши. Прописал и ставь их там, где я скажу. Так, хорошо. И что мы здесь делаем? Куда мы, куда, что, куда? Сюда. О май гад. Окей. Ой-ой-ой, друзья, выглядит сложно, выглядит интересно, необычно, забавно. Слушайте, реально такой карты еще не было. Обожаю оригинальные карты от вас, от подписчиков, друзья. Спасибо, что их делаете. Так, я, конечно, все понимаю. А, черт, погодите. Шулькер. Это момент с шулькером, да? Это момент с этим шулькером. То есть, что мне... Ох ты, черт! Окей, то есть я понял. Мне нужно прыгнуть. У меня перевернется экран, и мне нужно одновременно открыть шулькер. Вы издеваетесь и встать на него. Это как это я должен сделать? Простите. Простите меня, как? Так, куда прицел наводить? Прицел? Значит, смотрите. Мы наводим прицел вот сюда, прыгаем. What? Я вообще даже не представляю, как мы сейчас будем это проходить, но, ребят, я должен, друзья. Подсказка, если шалкер, прыгни и открой шалкер, пока экран не перевернется. Прыгни, открой шалкер. Ну, в смысле? Так, в принципе, я это и пытаюсь сделать, да? Прыгни, открой окей. Интересно. Ребят, ну я должен же это пройти, правильно, друзья? Я же кегля. Правильно, господа, или неправильно? Давайте посмотрим. Хоп, отлично. И теперь... Я понял, господа. Yes! Вот это мегамост. Короче, друзья, мы прыгаем. Быстро открываем. Мы прыгаем в том направлении, где стоит этот шулькер. Да куда же? Ну перестань. И мы его открываем сразу же, потом мы переворачиваемся. Пусть происходит там все, что происходит, но мы уже, по идее, как бы встаем на шулькер, и вроде как получается. Правильно, господа? Смотрите. То есть. Бум-бум. Вуаля, и вот только теперь допрыгну до этой штуки. Ну все, я понял, это все-таки не так уж и прям мега сложно, но очень интересно, необычно. Вот эта карта, друзья, вот эта карта. Спасибо за такое. Так, теперь смотрите, то есть прыгаем, открываем шулькер. Есть, а вот оно как работает. Что там написано? Пиши спампоинт. О, почти дошли до спампоинта. И можно наконец-то его прописать. Спасибо большое. Это что такое? Для чего это мне? То есть... Как? Прыгаю? Окей. Одну секунду. Я немного не понял, что мне нужно такое сделать? То есть мне каким-то образом нужно схватиться за лестницу, за вот эту или за вот ту, которая сбоку? Еще раз. Я не понимаю, как это работает. Я не понимаю. Знаете, что происходит? Мир переворачивается по горизонтали. То есть он не переворачивается на 190 градусов, 180 градусов, он поворачивается на 90 градусов. Таким образом, я падаю как будто бы вот в ту сторону, как будто бы там теперь гравитация идет оттуда. Хорошо, смотрите, хоп. Видите? Да как я должен это сделать? Я не могу понять, я не могу. Давай.
What is that? Куда я что-то перелетел, друзья. Ну, возможно, таки надо. Кто знает? Но давайте пробовать. Я должен это сделать. Вы все знаете, я этот самый. Ну куда аж ты полетел? Нет, так, мне кажется, слишком даже. Все-таки, мне кажется, нужно схватиться за вот эту лестницу. Как-то я все равно куда-то не туда лечу. Интересно. Оп. Окей. Я за нее схватился, но отлетел обратно. Может быть... Блин. Так, ребят, смотрите, короче, я что-то вроде как начинаю понимать. Смотрите, когда я дергаю прицелом, как будто бы я начинаю крутиться. Я вообще не знаю, в каком направлении я кручусь, по какой оси, как это работает, но я уже слышу, звук того, как я хватаюсь за лестницу. Это уже прогресс. Значит, если я, видите, вот как бы почти долетаю, да? Но, может быть, наоборот, влево мышкой и вот почти, да? Может быть, нужно не задерживать Вау, как я это сделал? Может быть, пробел? Я просто держу пробел для того, чтобы прыгать, но я не знаю, зачем я это делаю. Возможно, пробел держать не нужно. Мне нужно прыгать, когда я вот, и вот, видите. Но я пробел держу, чтобы схватиться за лестницу, если я все-таки за нее схвачусь. И... Ну, камон, я был так близок. Ребят, правильный ли это способ, или я какой-то фигней занимаюсь? Вот я понять не могу. О, пасхалка. Спасибо. Ладно, давайте пробовать. Опа, прицелом-то нужно было, я понял, друзья, прицелом нужно было смотреть вверх, вот как это я прошел только что. Давай, есть, спампоинт, пожалуйста. О май гад, спампоинт, все, мы прошли второй уровень. На всех табличках, которые на этом уровне будет написано, поставь спампоинт, предупредил, потому что весь уровень перевернутый. Договорились. Так, значит, мы начинаем, наверное, вот отсюда. Говорите... Таблички с... погодите. Начинаем отсюда. Окей, давайте мы хоп, допрыгни, так? Итак, так, я не могу первый прыжок сделать. Я не могу, помогите, как я должен это сюда допрыгнуть? В принципе, это очень, по идее, легкий прыжок, но вот, найс, все. Так, перевернутая табличка. Что здесь написано? Это не сможем нормально прочитать, потому что она перевернута. Как мне? Давай. Камон! Так. Наконец-то. Что здесь написано? Для меня прыжок сложный, поэтому разрешаю тут поставить, я так понимаю, спампоинт он имеет в виду. Я приму ваше разрешение. Спасибо большое. Погодите, вот это прыжок сложный? Почему сложный? Ну, окей. С первого раза не получилось, но мне кажется, он не... What? Стоп, спампоинт. Спампоинт! Ребят, погодите! Погодите, может быть... Shift. Нет, я спавню... О май гад, он не поставился. Вы издеваетесь. Давайте еще раз, быстренько запрыгнем сюда. Ладно, без спампоинта. Отлично. Спампоинт здесь. И поехали дальше. В принципе, это был несложный прыжок, ну ладно. Так, вот для чего здесь эти штуки? Как будто бы они мне должны переворачивать, но меня пока что никто никуда не переворачивает. Этот прыжок по сложности похож на прыжок 4 блока, поэтому можно. Можно, я предполагаю, поставить спампоинт. Погодите. What? Простите, что мне? Окей. Да, и дождь пошел, ну, это прямо Hello Darkness, my old friend. Ребята, мы поставили спампоинт на полблоке, и вот что получилось. Где я? Я не знаю. Ребят, у меня гигантские сейчас проблемы, я не знаю, что делать, друзья, потому что, смотрите, в чем прикол. Я вам объясню, в чем прикол. Когда я ставлю спампоинт где-либо здесь, на каком-либо блоке, они ломаются, меня телепортируют в самое начало мира, где я в итоге не смог найти, где расположена вот эта вся карта. Мне пришлось переустановить карту, посмотреть координаты начала карты, потом заново сюда прилететь, и я все равно не могу поставить спампоинт. Последняя идея, которая у меня есть, вот только что пришла в голову, что если мы сделаем следующее. Друзья, сори, я опять ломаю карту, но я не могу поставить спампоинт, он ломается. Вот тут пробовал снизу, потому что сейчас перевернут, я пробовал спампоинт здесь, не получается. Меня телепортируют в самое начало карты, поэтому что если мы возьмем кровать? Смотрите, какая идея появилась. И...
Я поставил здесь уже другой блок, друзья, потому что я думал, что это из-за полубога. Мы не можем поставить сюда кровать. Мы можем ее поставить. А, что происходит? Ребят, сейчас я придумаю. А, нет, вот все. Ай-яй-яй-яй-яй, есть идея, есть идея. Бум. Бум. Я не могу на стекло кровать поставить, ребят, сорища. Что ты делаешь? Так, так. И кровать вот сюда. Правильно? Давай, давай, ставь кровать. Перестань переворачиваться. Есть, все. Можно спать только ночью. Окей, договорились, теперь мы делаем. Пойдите. А, я не могу поставить спампоинт? Я же поставил спампоинт, да? Правильно? Я не знаю, что я делаю, друзья. Я просто сплю в стене прямо сейчас. Как вы думаете? О май гад, вот где я? Вот где я? Что? О! О! Сработало! Я здесь, и я перевернут. Неужели спампоинт на этот раз поставился? Вау, вот это карнавал. Ладно, теперь давайте наконец-то пройдем. Я думаю, нужно смотреть. Я так и знал, что нужно смотреть вверх, окей. Теперь, если я пропишу килл, только попробуйте меня телепортировать с самого начала. Я не знаю, что делать, друзья. И видите, я спавнюсь фиг знает где. На самом деле координаты, они где? Минус 420, минус 4, но даже так не... ребят, извиняюсь. Где карта? Да, вот здесь. Знаете что? Я пройду этот прыжок сейчас с первого раза. Если что, смотрите, учите. Все, что нужно, это смотреть просто вверх. То есть мы делаем вот так, смотрим чуть-чуть вверх. Ребят, мне придется немножко читерить, потому что, ну, иначе я сейчас сойду с ума. Мы делаем адвенчур, мы снова здесь, смотрите, все, вот на этот раз пройду. Поехали. Хоп, смотрим вверх. Вот оно как делается. Есть! Это конец паркура. На дроппер телепортируемся. Фух, вот эта эпопея была у нас. Мы это сделали, друзья, мы починили, мы сломали, мы не починили, но мы сломали. Окей, это... Дроппера. Вроде бы подписчик мне писал то, что на дроппере не будет... Не... Погоди, спампу. Я забыл. Так, я снова здесь. Я поставил спампоинт. Только попробуй сломаться. Все, это будет прямо жестко. Жесткий кен. Разозлиться. Нет, все работает. Поэтому, по идее... Бум. Ага. Кнопка телепортирует тебя на последнее испытание выживания. Пропиши режим игры. О май гад. Вот он все-таки добавил... А, цель сломать обсидиан. За ним финиш. Под землей ровно 3 алмаза. Можешь найти, но сначала железо, его больше, глубина 3. Ребят, ну вот серьезно. Автор. Ты сделал такую. Ты сделал великолепную, одну из самых лучших и оригинальных карт, которые мы когда-либо видели. С гравитацией, на паркуре, в лабиринте. Мы такого раньше нигде никогда не видели. И ты решаешь в конце карты, чтобы меня вот так хопа, так сказать, сделать фаталити. Ты добавляешь обычное выживание. Типа, иди каким-нибудь подолби-ка обсидиан. Ребят, ну, вы знаете, что, как я отношусь... Ребят, я пропущу, потому что я не хочу долбить песок, долбить, переплавлять камни, руду и так далее. Окей, это обычное выживание, друзья, я отвечаю, это обычное выживание. Он мне сам написал, что там будет самое обычное выживание, видите? Окей, оно быстро, наверное, пройдется, но мы это миллион раз видели, как я переплавляю железо и делаю алмазную руду. Бум, мы прошли карту. Yes. О, какая оценка карты, с каким модом попробовать сделать карту? Подписка и лайк. Я бы на твоем месте продолжил бы идею с этим модом, потому что такого еще никто не делал. Это супер круто, эта карта просто 500 из 10, но... А в следующий раз давай без выживания. Все было так круто вот до этого момента. Но все равно нет, офигенная карта, подписка и лайк. Кстати, я оставлю канал подписчика в описании. Он попросил его оставить, он пишет музыку. Поэтому подпишитесь вы на него и поставьте ему лайк. То есть это ему и подписка и лайк ему. Поэтому, блин, вот эта карта, друзья, вот это было здорово. А выживание не надо, но вот это было просто шикарно. Все вот это вот. Поэтому спасибо тебе огромное, подписчик. Обязательно продолжай делать карты в таком стиле. Это очень необычно, такого мы, как я и говорил, не видели никогда раньше. Просто класс, поэтому давайте здесь все взорвем к чертям. Да, проблема со спампоинтами, но это логично из-за того, что как бы из-за мода мир перевернутый, поэтому, понятное дело, спампоинты будут забаганы, потому что они спампоинты сам... TNT? О, вот, один? Что здесь? Вот, я, ребят, что-то все сегодня ломается. Короче, друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний видос. Вы поддержите его вашим Лукасом вверх. Не забывайте ставить комментарии, подписываться, когда уже мягкий был близок, локализм, всем пока.